доброго времени суток. Сегодня я с вами поделюсь нашими сборами. Мы собираемся в отпуск, да? Милка тут ходит. И, в общем, заехали сейчас в ДА, фикс прайс. Мы планируем поехать с подругой, с детьми на машине. Первый раз поедем на машине на юг. До этого мы летали, но что-то сейчас такие космические цены на самолете, что мы решили вот поехать. Поедем мы на неделю и в дорогу, конечно, и детям, и себе надо много чего взять. Так, тут у меня было мороженое. И остались вот такие вот еще звездочки, девчонки. Это я покупала в ДА. Сейчас я вам скажу. В ДА мы очень много чего купили. Мы поделили пополам пакеты. У меня тут 5 пакетов, у подруги 5 пакетов. В общем, в ДА мы накупили и воды взяли, чипсы взяли в дорогу, конфеты весовые, живинка. Ну, ничего такого, то, что тает, мы не брали. Мармелад у них там по 26 рублей. Сыр взяли плавленый. Так. Хлебцы, стаканы одноразовые. В общем, сейчас я вам покажу. Плюс-минус. Не знаю, во сколько нам все сборы, конечно, обойдутся, но вот так вот. На паузу поставите, там увидите. Это, короче, почти на 2000 у нас вышло. Дальше, фикс прайс. Взяла Никите вот такие вот наклейки на тетрадки, на большие, чтобы здесь можно было подписать предмет. Здесь 46 стикеров. Сколько они стоят, девчонки, не знаю. По чеку посмотрим. Чек я брала. Так, потом взяла вот такой вот дневник, мне понравился. Никит, смотри какой. Как раз мы сегодня делали ему стрижку, как у Роналду, а тут вот дневник футбольный. Очень хороший дневник, мне нравится то, что твердая вот такая обложка. Ну, здесь все стандартно, это с 1 по 11 класс, поэтому почему бы нет, 55 рублей. Дальше, витамин D3 я взяла маме, я регулярно покупаю такой в фикс-прайсе. Следующее, мы набрали много вот таких вот баночек всяких, думаю, в сумку-холодильник их поставим, пепси они по 27,50. Так, буду доставать, девчонки, все подряд. Спирулину взяла маме тоже, 99 рублей она, по-моему, стоит, вот, в таблеточках. Так как мы там, у нас будет два номера, раньше мы ездили, я вам уже рассказывала, в Витязи, в отель Хлоя, мне очень нравилось, мы с мужем, с родителями туда с его ездили. В этот раз у мужа отпуск не получился, и поэтому мы с подругой решили поехать. Мне тоже одна знакомая подруга посоветовала, говорит, ну, съездите в гостевой дом, какая разница, в принципе. Нам переночевать, главное, где, и детям море, аквапарки, все развлекухи. Взяли вот такие вот две губки, одну ей, одну мне. У нас два номера. Так, набрали мы вот такой вот воды негазированной, 0,7, чтобы в стаканчики не наливать, а пить отсюда. Девчонки, у меня там целый пакет этой воды, я все доставать не буду. Сейчас буду все разбирать. Дальше. Взяла я вот такой вот гель для душа, новинку от Сенда. Это личи, там еще есть киви и еще какой-то. Но мне понравился вот этот запах. Очень приятный такой вот. Не знаю, может, я его с собой возьму какой-нибудь. Посмотрим. Это еще отдельно, я вам покажу, что я буду брать с собой. Хочу на самом деле взять минимум, ну, наверное, получится, как всегда, максимум. Наконец-то у них опять появились вот такие вот кисти для макияжа. Я взяла вот такую. Для нанесения растушевки теней для век. Ну, она большевата, конечно, для теней. Я еще очень хочу бочоночек взять. Мне вот эта фирма, в принципе, нравится. Good Look, неплохие, 99 рублей. Следующая у них еще одна новинка. Сенда Алоэ Вера. Вот такой вот гель. Для лица и тела, увлажнение, охлаждение, восстановление. Девчонки, не знаю, липкий он или нет. Я попробую его на липкость. И обязательно в Инстаграм оставлю отзыв. Инстаграм у меня в инфобоксе внизу и на главной страничке. Заходите ко мне в гости обязательно. Так, следующее, что я взяла. Я взяла несколько моих любимых с бисоболовым, которые с алоэ вера не нравятся мне салфетки. Вот такие маленькие и большие мы взяли салфетки. Так. А, вот еще 7-Up. Я люблю такой. Так. Я себе еще взяла, ну это для дома, вот такую кисть для нанесения маски. Сейчас я вам покажу ее. Она тут как бы два в одном идет, лавли. Там очень много всего-всего нового, но мне все не нужно. Смотрите, одна часть у нас для очищения, другая для нанесения маски. Вот для очищения такая вот очень приятненькая. А вторая как лопаточка, видите? Вот. По-моему, она 99, что ли, рублей. Ну, по чеку посмотрим. Так, дальше.
Пакеты для мусора взяли и с собой в дорогу. Естественно, чтобы не мусорить, все буду складывать в пакет. Ну, и там нам тоже на месте уже по факту пригодится. Так, ну там в пакете вода осталась. Поехали дальше. Фикс прайс тоже из печи. Вот такие вот чипсики. Потом мы взяли еще попкорн. Ну, мы берем из расчета, что нам и туда, и обратно. Ну, я надеюсь, что нам хватит. Так, что мы еще взяли? Буду шуршать, потому что девчонки упаковки шуршат. Вот такой Skittles. Я, честно говоря, как ребенок, я к ним присоединяюсь в их кормушку с едой, потому что я люблю всякие вот эти штучки. Не знаю зачем, но я решила взять, потому что наверняка там захотим и шашлык, и все, там есть зона барбекю в гостевом доме. И думаю, возьму маленький шашлык, этот кетчуп, он 27,50, по-моему, стоил. Но он особо места много не занимает. Просто не хочется приехать отдыхать и сразу же бежать в магазин. Вот такие вот бонни-бон от Милки. Сладкие какие-то конфетки. Ну, это типа ММДМС, наверное. Дальше. Детям на завтрак мы решили на всякий случай взять вот типа таких звездочек, хлопьев, подушечек и молока. Это на первый наш завтрак. Себе на всякий случай мы решили взять роллы. Потому что питание там не включено. Мы будем, ну, готовить мы сами не будем. Хочется отдохнуть хотя бы неделю, да, от домашних вот этих, от домашней бытовухи. Поэтому... Так, девчонки, еще пухлый кролик. Маленький и большой. Потому что у нас из детей и мальчик, и девочка. Кто-то одно любит, кто-то второе любит. В общем, чтобы все было. Еще один пухлый кролик. Леденцы Мзула. Так. Вот такие штуки. Это я сама буду. Я такое люблю. Ментос. Сырная лепешка. У подруги в багажнике осталась такая же простая. Так. Имбирная печенька. Вот такая вот. Мне кажется, это моя самая большая закупка в фикс прайсе. Вот правда. Так как ехать далеко, 1700 километров нам надо будет преодолеть, это адреналин. Да, знаю, что вредно, но без него никак. Вообще никак. Ну, зубочистки, я думаю, всегда нужны. Одну взяла для дома, одну с собой. Еще один ментос. Так, жвачка фруктовая. Ну, там еще два адреналина. Так, чего еще тут у меня лежит? О, тут даже чек наконец-то мне попался. Вот такой вот экстракт валерьяны плюс витамин В6 я взяла для мамы. Это еще роллтон для взрослых, как я говорила, на всякий случай. Вот такие вот тоже конфетки. Ну, вы понимаете, да, что, ну, естественно, у нас будет еще, мы мясо с собой возьмем, мы возьмем с собой, у нас будет 3 сумки холодильника, одна под напитки, там фрукты, овощи будут, будет нормальная еда, там курочка какая-нибудь, еще что-то будем такое брать, конечно, в любом случае, но вкусняшки нужны, потому что мы и взрослые все такие подобрались, настрой взрослых будет, мы все любим сладюшки, и дети, естественно, поэтому вы уж не думайте, что мы тут одни сладости только будем есть. Так. А, и вот такая какая-то новая штучка появилась. Кремовый зефир. Это я хочу дома попробовать. Интересно, вкусно? Нет? Видите, там ложечка еще. Вот, смотрите. Не знаю, вкусненько, нет? Кто пробовал? Напишите в комментариях. Я решила взять одну попробовать. Гулять так гулять. А, еще вот такие вот две фрутелки. Огурчики у нас будут со своего огорода у подруги дача. Вот. Так. Тут еще один пакет, девчонки. Байсад звездочки. Это я взяла для дома. Супчик вот такие, видите, маленькие звездочки. 27,50, по-моему, тоже стоит. Вкусные печеньки к чаю, питчи. Не знаю, дома или с собой, посмотрим. Так. Две пачки вот таких салфеток. Одна пачка на дорогу туда, одна на дорогу обратно. Здесь 130 штук, удобные, с клапаном, все как мы любим. Так. Так, чек еще достану. А, вот, еще салфетки.
А, знаете что? Вот это я вообще прямо обрадовалась. Мы были в двух фиксах. А, вот эта вот маска Nivea Urban Detox, которая, она в Magnit Cosmetics стоит 299 рублей. Я ее покупаю обычно, когда день красоты и скидка. А тут 149 рублей. Естественно, я ее взяла. Моя уже заканчивается, там осталась вот так. И за 149 было грех не взять. Так что обратите внимание. Так, мочалку с собой, чтобы было не жалко ее там оставить. Тень. Пенал Никите я взяла, потому что прошлогодний он уже немножко такой. Я взяла с тачками. Вот такой Никит, смотри, какой пенал. Вот, с тачками. И там я брала, у него одна молния была, а здесь я взяла на две. 99 рублей. Здесь вот под карандаши, под линеечку. И сейчас. И здесь. Ну, в любом случае пригодится. И здесь. Здесь вот линейка, там еще что-то. Ну, нормальный такой. Там в основном девчачьи оставались. И вот я такой откопала. Так. А тут у меня что, девчонки? А тут у меня осталось еще три бутылки воды. Пепси у меня. Тут салфетки лежат. Короче, вот так. Давайте, знаете, как я вам... Зачитывать я все не буду, потому что здесь очень много все по чекам. Я вам просто покажу чек, если что, на паузу поставите и посмотрите. Да, я сейчас все это буду раскладывать, еще и чемодан потом мы с вами вместе будем собирать. Так что все это надолго. У нас осталось 2 дня до того момента, как мы выезжаем. Время есть, плюс еще у Никиты сначала день рождения, на следующий день мы едем. Вот, не хотела день рождения в дороге проводить. То есть сегодня он меня постриг, саму красоту навели. Вот, я вот это вот все подготовлю, разложу. Потом вещи надо будет, мыльно-рыльное собирать и все остальное. Потом день рождения, на следующий день мы стартуем. Значит, вот смотрите. Один чек, это на сколько у меня? 1624 рубля. Вот, по ценам вас сориентировать. Вот. На паузу поставите, посмотрите. Так, второй. 1640. Ну, примерно одинаковые получились покупки. Так, вот здесь вот. Посмотрите. Вот на 149 уже вижу здесь Nivea. Вот. И Ольга в багажнике тоже. У нее из да 2 пакета. И также как у меня 4 пакета из фикса. Короче говоря, барахла, вагон. Кто-то, может быть, скажет, зачем вы так много берете, там магазины, дороги. Мы поедем по платной дороге, где нет никаких магазинов, нет Макдональдса, там еще чего-то, вот этого там не будет. Соответственно, нам надо, чтобы в дорогу у нас все было. И еда, и вкусняшки, и вода, и салфетки, там и влажную туалетную бумагу мы купили, и сухую бумагу, и обычные пакеты для мусора. Лучше пусть у нас еще и обратная дорога, то есть нам ехать сутки. Вы представляете, да? У нас еще и обратная потом дорога будет. И там тоже сразу не хочется приехать и бежать прямо в магазин. Поэтому да, кто-то может быть скажет, что очень много, но у нас 5 человек, и часть тут еще у меня для дома. Поэтому как-то так. Вот. Ну, я вам всем желаю отличного настроения, кто еще не был в отпуске, классного отпуска. И не переключайтесь, дальше будем собирать с вами сумочки с собой. Всем пока-пока, берегите себя.